Доброе утро, мои дорогие. Вот, а я с утра уже посадила грецкий орешек. Вот он там вырос под деревом из орешка. Я уже пыталась два раза посадить за калитку туда грецкий орех, ну, чтобы меньше пыли летело. Вот. Но Витя приезжает косить, и он мне часто вообще не говорит, а косит. И он их все время скашивает. Поэтому я так решила, думаю, я его посажу пока. Пусть он до осени порастет. А потом уже будет побольше, я его пересажу. Ну, жалко, что так пропадет чего. Вот. А у нас с утра прям рай на земле. Жарко. Надо идти одевать майку. Потому что мне прям жарко. Сейчас посмотрю, сколько там градусов-то. 8 утра. Видите уже? И ветра нету прям. Прям красота. Ну, все, с Витей созвонились сейчас. Я с утра пораньше. А тут люди рано встают, все рано делают. Я-то к этому все никак не привыкну. Вот, созвонились, мальчиков моих встретят и домой привезут ночью. Так что я сегодня ждущая. То в Мурманске есть... Памятник, не памятник. Ну, короче говоря, стоит девушка на берегу. Называется «Ждущая». С моря ждет. Ну, и я жду с моря. С Баренцева. Вот такая ждущая. С чайкой. Вот и я сегодня буду ночью бегать тут, выглядывать. В темноте на дорогу смотреть. Ну, это же хорошо, правда. Я вообще ужасно не люблю ждать и догонять, вот как говорят. Это я вот терпеть не могу. Ну, такое дело хорошо. Можно и подождать. О, девочки. Ждали тепла, дождались. Так, видно тут, нет? 2 часа прошло. Время 10 утра, 20 минут. А уже видите, сколько? Я прям чувствую духотище. Ну что, розочки распускаются потихонечку. Конечно, на такой жаре. Да. Пошло дело. О, сегодня, сейчас буду мыться в летнем душе. Красота, на улице жара. Все, лето. Вот, мои дорогие, вот не говорила никогда, но вот сейчас, ну, не могу больше. Я сейчас заблокировала свою сестру в WhatsApp. Я говорила, что у меня сложные отношения очень были и с сестрой, и с матерью. Но это просто вот, ну, невозможно. Ну, невозможно. То ли ей общаться не с кем. Матери не стало, может, ей общаться не с кем. Скорее всего, так. Ну, извините меня, вот это постоянно какие-то, блин, учит жить, вот какие-то все напоминания там. Она в детстве была вот такая, а я вот такая. Да нам по 60 с лишним лет, мать твою, ёп, блядь, фу, прости господи, девчонки, а. Ну, вот как можно с таким человеком общаться? Я не хочу. Меня ж трясет все. Ну вот зачем мне это?
Ну, ужас. Вот это она мне объясняет, какая я, трудолюбивая я или нет. Да откуда ты меня знаешь? Я с вами не живу с 18 лет. И 30 с лишним лет уже как в Мурманск уехала. Учительница ты первая моя. И вообще, я старше тебя на 3 года. Учит она меня жить постоянно. Ну, вот правда, вот, девчонки, не могу, аж прям накипело. Человек, от которого доброго слова не дождешься. Всех только осудить, всех, простите, обосрать. Вот даже взять, да, выкладывала я видео Гелы Чары, когда она там прибивала ткань к ткани. Она мне пишет: Гела Чара не специалист в этом. Конечно, не специалист. Она снимала видео и говорила, что купила машинку себе и пробует у нас на глазах. Вот все, вот чего не коснись. И она меня совсем не знает. Я вот терпела это время, все терпела, но терпение мое лопнуло. Я хочу жить спокойно. Так что я ее заблокировала, не хочу. Жила я без них спокойно столько лет. Не нужна была никогда. Я, девчонки, все детство считала, что я приемная. И все время думала, зачем она меня взяла. Она меня не любит. Била, мать царств небесная, чем только не била. И проводами, и шлангами, и за кудрявую голову об стену, блин. Издевалась, как могла. Всю жизнь хотела нагнуть меня. Только нифига не вышло. Со всеми соседями все время грызлась. Представляете, ей соседка сказала: Тамара, от тебя дочка сбежала на крайний север с детьми. И в этом доля правды есть большая. Так что вот так вот, мои хорошие, не думайте, что прям все розово и в кружевах. Все как у всех, а то и похуже. Ой, ну ладно, вот. Высказалась, вроде полегче стало. Пойду дальше работать. А то я, видите, нетрудолюбивая. Уж я-то. Ой, прости, моя душа грешная. Вот зашло солнышко. За облако, и все, и сразу жара пропала. Прям было жарко. 28 на градуснике. Так, вот любуюсь на свое произведение. Не знаю, девчонки. Ну, еще надо будет высохнет, красить. Вон уже ободрала. Ну, посмотрим. Вещь абсолютно, скажем так, просто декоративная. В нее, если только посадить эти... Господи, как они называются? Вон, которые у дельфина растут, которым земли мало надо. Ну, так. Так просто. Захотелось. Ой, еще никак все не разберу. Уже в сарай таскала. Ну ладно. Да, испортила мне сестренка настроение на весь день. Просто испортила. Я такой человек впечатлительный. Мне прям... ужасно неприятно. Вот, а у меня уже 2 авокадо.
стоят в стаканчиках. Один вот прям сразу уже стал трескаться, видите? У второго вроде как полосочка появилась. Посмотрим, чего получится. Еще у меня там один, но его надо съесть сначала. Ой, девочки, Костя сейчас прислал фотографию в самолете. Все, сейчас полетят до Москвы, до Домодедово, а потом сюда, в Симферополь. Ой, теперь переживать, пока прилетят. Костя написала, что сегодня 28 градусов было. Он пишет, жарко. Ой. Ну, в общем, ладно, сейчас полетят. Ой, девочки, а сейчас я попозже вам выложу. Людмила Викторовна наша, Сашина няня, все-таки на Кубе. Кто не знает, она в прошлом году, у нее была путевка в мае, но из-за коронавируса все это прикрыли и перенесли вот через год. Она так ждала эту Кубу. Она и короной переболела. Она такая хорошая. Ой. Педагог. Какие все-таки разные педагоги. Она такая душевная, такая прям женщина хорошая. Вот я вам покажу, она мне наприсылала там фоток. Я ее просила, чтобы она видео поснимала. Ну, потом, может быть, сейчас пока, наверное, вся на эмоциях. Океан, Куба, пальмы. После Мурманска-то, да? Ой. Так, а это сейчас я покажу пацаны старшие в самолете. В Москве, в Питере. Яндекс.Доставка. А у меня Толя доставка. Ну вот сунулась, масло закончилось, пока котлеты жарила, хлеба нет. Ой, надо было еще яйца. Ну ладно, завтра купим. Все, а так неохота никуда собираться. Позвонила Толику, вот, привез. Да, я же сегодня проводила же своего жильца. Ну что, почти 2 года прожил. Ну, пусть он, да, мы особо не общались. Ну, как? Ну, общались, ну, так, нет, не душевно. Но он человек такой. Вот. Смеется, говорит, дочка стала блогером на моем примере. У него уже, ну, такая взрослая девочка. Вот, так что поехал. Сказал, если что, вернусь. Я говорю, ну, возвращайся. Так, у меня маяк, смотрите, облез. Был бело-красный, теперь вот синее пятно. Надо закрасить. Вот, так что вот так. Жизнь меняется потихонечку. То одно, то другое. Ой, хоть бы долетели нормально мои путешественники. Ну что, мои дорогие, давно ли вы не были на океане? Я давно уже не была. А так хочется. Вот мне Людмила Викторовна прислала кусочек с Кубы. Ой, я ей прям завидую. Я вообще человек независтливый, но тут завидую.
А это она, красотка. Ой, ой, да в красной шляпе. Ой, ой, не могу. Ну, что нам тут приготовили? Ну, чего? Красоту приготовили. Ой. Что, мои хорошие, вылетели мои из Москвы. Летят в Симферополь. Костя мне написал. Прилетели в Москву, тут все в зелени. Так хорошо. Наверное, и в Крыму хорошо. Я ему написала. И в Крыму хорошо. Уже черешню продают. Он, что стоит? Говорю, не спрашивала. Он так любит черешню. Он ее просто вот ведрами может есть. Вот. Прислал мне Сашку. В самолете. Сейчас вам покажу. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть они безопасности. Сашка. Перевести в авиарежим. Че, устал, нет? Че? Не устал. Не устал, молодец. Ремни, пожалуйста. Сидит ребенок, играет. А че ему? Ой, вот будет беда, когда Костя улетит в Мурманск послезавтра. Вот будет он мне опять истерики-то закатывать. Папа, мама, где? Папа, мама, где? Ой. Ну что делать-то? Ребенок скучает, тоскует. Так что мои зайчики и рыбоньки. Кто это? Что это за мужчина с голыми ногами? Что ты снимаешь? Как... Привет! Ну а как же? Опять заросла, пора опять косить. Ну что это? Да. Тут хоть каждую неделю косить. Куда ты на ночь, глядя? Прокатимся? Не дай бог упадем, рассыплюсь да весь. Да ты что упадем, ну что же делать? Не. Тебя буду, себя и тебя ронять. Не, я готовлюсь, я это самое, постели стелю. Сегодня же приезжают? Да? Ну да, вот они 22:20 прилетят. Да, только приедет полностью. 11, 12, час. Часа в два приедут. Тебе так не холодно с голыми ногами ну, ехать? Ну, холодно, так не холодно. А, закат снимаешь, да? Да. Да что рано. Ну, ничего. На горизонте. А я, самое главное, попрощаюсь и пойду свои дела делать. Ну вот, с Витей поболтали. Мусор вынесла. Говорю, надо сейчас картошечки пожарить. Ты что? На ночь есть нельзя. Я говорю, конечно, они с 4 часов там летают. Приедут голодные. Вот так вот, да? Значит, как есть, так приходим, просим. А как мышей ловить, так ни хрена не надо. Да. Ладно, мои золотые, я с вами прощаюсь. Сейчас видео выложу это. Ну, а в следующем уже будут, прилетят, дай бог, доедут хорошо. Вот. И будет вам завтра доброе утро, девочки. Все, я вас люблю, обнимаю, целую. Давайте, не болейте, не грустите. Пусть все у вас будет хорошо. Пока-пока, мои дорогие.